Так, сегодня 21 июля 2017 года, побережье Ашкелона. Вот посмотрите, сегодня как на грех, волны довольно высоки. Так, сейчас волна придет. Вот посмотрите. А здесь красиво. Довольно неплохо сделали трейлер, то есть прогулочную дорогу вдоль набережной, вдоль берега моря на набережной. Можно очень хорошего качества велосипедная дорожка. Есть место для тренировки для скейтбордистов. В общем, мило. Долго, неторопливо, но мило. Вроде даже качественно, но